Страха смерти не должно быть вообще, да? Да смерти боится только тот, это твари пусть боятся смерти, для них это крах, они один раз живут, а нам что бояться? Для нас смерти не существует. Мы переходим просто из одного состояния в другое. Для себя вы смерти не найдете, ее нету. Поэтому твари на материально больше. Конечно, поэтому они боятся за свое здоровье, долголетие, трясутся там все. Они твари дрожащие, что от них взять? Один раз живут, они искусственно созданы, у них нет рода. Нету совести, совместной вести, связи с родом, нету души. Поэтому они так дрожат за этот мир. А нам-то чего? Нам сейчас навязывают. Хотя спешить не нужно туда, нужно здесь обучаться. Прочее, да, да. Делают все, да, и все это. Вот это молодежь сейчас отбивается, это как бы духовно принижает. Естественно, естественно. Чтобы эксплуатировать нас. В рабов превращаться. Да мы просто попадаем в иллюзию, и нас легко обмануть и эксплуатировать при этом. Также, если нам навязывают ложные ценности какие-то. Этим они и занимаются. Они профессионалы в этом. Для того они и созданы.